Фух, пришла с улицы. Всем привет. Там такая жарища, капец. Смотрела только что две квартиры. Вернее, одна квартира сад со двором, большим двором. И вторая это дом, тоже со двором. У нас в Пардесхане на продажу. Поэтому показываю это вам. Также приятного просмотра. Такая замечательная квартирка сад. В Пардесхане 4 комнаты с очень большим двором. Вот салон. Да, тут комнатки, сейчас покажу побыстрее. 200 вот, душевая с туалетом. Здесь родительская, тут темно, сейчас свет включу. Родительская прям есть полноценная и отдельная тоже. Ванная и туалет. Так, выключаем. Еще две комнаты, в которых спят дети. И вот такая вот огромная гина, двор на 190 квадратов. Сейчас уже не осталось таких больших дворов, но в Пардесхане еще можно найти. Она идет вот так вот по периметру. Здесь есть плодовые деревья, выходы из калиток на две улицы. Здесь во дворе можно поставить, и они поставили кладовку большую, махсан, где вот можно кучу вещей тоже поставить. Просто прекрасно. Сейчас покажу, где находится эта квартира. Это не частный дом, это не коттедж, это многоквартирный дом, в котором несколько этажей. Вот он выглядит точно так, как вот этот, как вот этот. И как вот этот, и вот этот двор. Улица эта тихая и спокойная, и есть быстрый выезд на железную дорогу. А сейчас частный дом покажу вам с огромным тоже двором. Сейчас зайдем в дом и выйдем с другой стороны, покажу. И тут большущий, тут вход. Такой вот огромный салон светлый. Здесь кухня в стороне, такая достаточно большая, добротная, с окном. Здесь одна спальня, комнаты очень большие, прям очень большие. Здесь еще одна комнатка, это поменьше, но тоже большая. Тут, что у нас здесь, я уже забыла, душевая. Аккуратная такая ванная комната, туалет, ремонт. Еще одна большущая комнатка. И еще одна комната, которую достроили, прям вообще огромная. Это была летняя веранда, они сделали с нее комнату, получилась прям огромная. И, конечно же, выход на двор, который тоже большущий. Это в 90-х годах люди так купили. Достроили к этому дому еще несколько комнат. Из передней и задней веранды сделали комнаты. И получился у них вот такой вот огромный дом с большущим двором. Не озвучила цены. Предыдущую квартиру сад продают за 2 миллиона 450 шекелей. Разумеется, есть торг. И эта квартира, вернее дом, находится он, кстати, здесь, такая узкая улочка. Тут, да, когда-то строили много так, самозвольно захватывали дороги и тротуарчики, настроились вот тут классных домов. Это, конечно, здорово для тех, кому не нужна машканта или машканта нужна маленькая, потому что там есть харигот, то есть незаконные достройки, пристройки. Хотя, так как в Пардесхане особо на это не смотрят, максимум человек, который продает, заплатит небольшой штраф, и все. Но в этом втором доме есть, конечно, потенциал. Можно сделать его, допустим, две яхидат диюр, две части жилья, единица жилья, и сдавать это. Так вот, за этот дом, что я показала, хозяин хочет 2 миллиона 390, и тоже есть торг. Вот такие дела. И я выехала на улицу Дерех Лемерхав в Пардесхане.
И сторона, в которую мы смотрели, справа от нас, а прямо уже буквально через 2 минуты выезд на Ракевит, железную станцию Пардесханы, Кейсарии, и прямой выезд в люди, то есть в центр, куда тебе угодно, куда ведет железная дорога. Ну и район, где мы смотрели квартиры, находится в 2 минутах езды от моего района. Для тех, кто ищет недвижимость со двором на земле, то, конечно же, надо обращать внимание на нашу Пардесхану, потому что изначально тут был один частный сектор, его осталось еще достаточно много, поэтому шансы найти что-то на земле, даже в бюджете до 2,5 миллионов, они еще существуют, они есть. Да, это не новый фонд, это старый, но порой в старых домах еще лучше планировки, если сделать ремонт, то и разницы особо нет. Вот сейчас в нашем коттедже хозяин новый, коттедж, который мы продали, хозяин сделал мелкие ремонты, и коттедж уже преобразился и однозначно сдаст. Единственное, если поставит адекватную цену, потому что сейчас она слегка завышенная. Ну а в нашем районе, вот видите, шарики, сегодня Байт Патуах, дом открытых дверей. Риэлторы, которые хотят продвинуть свою недвижимость быстрее, делают по выходным, по пятницам чаще. Такой дом открытых дверей, куда могут прийти и другие риэлторы, и клиенты потенциальные, и посмотреть квартиру в определенные часы. Я уже не пойду, потому что мне надо ехать по другим делам. Но когда видите такие вывески и вы ищете в поиске недвижимости, находитесь, то, конечно, заезжайте и смотрите. Порой они делают скидку на свои услуги, если ты пришел смотреть квартиру или дом именно в этот день. Они это риэлторы, конечно же. А я приехала домой. Всем спасибо за просмотр. Пишите, что думаете о данных видах недвижимости и ценах на них. Всем спасибо за просмотр еще раз и пока-пока. А деревья цветут уже месяц, и это, конечно, очень красиво, согласитесь.